Так, уничтожаем вот так. Уничтожаем всех. Кстати, этот баг попал по веку бычила. И все, кто умер, вот так здесь. Вот так взлетал. Вы издеваетесь, мой? Сюда иди, сюда иди. Опять сюда иди. Тебе что, опять почему возвращать твою там нормально? Зайди, пожалуйста. Ты нормально разговариваешь или возмущаешься? Или что? Нет. Во-первых, что за манера, что ты стоишь, что знаешь, приятно развернуться, что? Это крайне неуважительное поведение. Понимаешь? Если тебе что-то говорят, послушай, пожалуйста, пойми, в чем причина. Ты начинаешь взрослеть, короче, у тебя начинается какая-то своя мысль, короче, в голове. Ты хочешь поддаваться не хаосу, не порядку, а хаосу. Понимаешь? Лев, мама тебе дело говорит. Ты французский не шпрекаешь, короче, ты не идешь на высшие учебные заведения. Иду. Нет, он сам начинает говорить, я хочу работать головой, не руками. Да, это правильно. Не надо говорить, что вы тебе 15 лет, ты умеешь голове кучу заблуждений. Понимаешь меня? Все дети 15 лет думают, что они умеют всех. Понимаешь? Торговцы наркотиками думают, что они никогда не попадут в работу полиции. Что они хитрее всей системы. Понимаешь? Фальшивомонетчики тоже думают, что, короче, никто никогда не увидит подделку. Они так круто рисуют. Хорошо. А вы здесь ответом? Зачем ты сказала мне, что... Тихо, спокойно. Потом из десяти выйдет. Ну, это же явно брехня выходит. Мама, я тебе объясняю. Знаешь, почему так? Потому что ты должен понять одну истину. Жизнь — это нелинейная. Понимаешь? Нелинейная. Я раньше думал, если я буду зарабатывать 20 тысяч гривен, у меня будет ежемесячно 20 тысяч гривен. Хрен там. Дай бог, чтобы 8 было. Понимаешь? Потому что есть налоги, потому что есть бензин, потому что есть халка, коммунальные расходы и так дальше, и так дальше. Понимаешь, что делать? Да. Если ты идешь на электрика, ты зависаешь воду на 4, у тебя появляются друзья, у тебя появляется тёлка, у тебя появляется, короче, куча всякой херни, и у тебя пропадает стремление к дальнейшему развитию. Вот. И всё. Если я не пойду на электрика, то потом мне вообще...
Сегодня у меня не будет даже с французским возможности обойти. Да. И поговорить с социальным работником, чтобы тебя пришел ты в матуру, понимаешь ты это? В матуру юридическим уклоном. Нет, это конечно, да, сейчас. Это представительный специалист. Сейчас. У тебя получается 8 и 9 10 там. Слушай, какую-то часть информации ты владеешь, потому что ты там болтаешься с сигналом. Да. Я на вид эту глубину терминов кем ты это тут, да. Какую-то часть информации владеет мама. Потому что она знает. Помощник нотариуса, короче, да, помощник адвоката, короче. Обязательно это что-то надо. Рассказ. Это значит, я в школу бросать. Моя мама
Пока они готовы для государства платить деньги за тебя, пользуйся. Он вот сейчас 34, короче, ей уже аутбинцу, короче, уже все. Понимаешь? Пока если они готовы, это... А как ты собирался? На электрика и это самое, короче. Это эволюционный путь, который у тебя за это приемник. Если мы на гимназии, мы уже не говорим про гимназию.